Привет всем на моем канале. Я уже показывал обзор на вот такую вот карту видеозахвата. И много вопросов было, как я записываю изображение с любого источника HDMI на компьютер и просматриваю в том числе, когда я записываю с T2 тюнеров картинку. Я использую вот такой вот HDMI to USB конвертер. Video Capture, карта захвата по-простому. Вот она так выглядит. Это не самый дешевый вариант. На AliExpress она стоит порядка, наверное, $12, $12-15. Ссылка на него будет в описании, можете посмотреть, перейти. Но это и не самый лучший вариант, скажу я вам. Вот такая вот карточка, она, у нее есть несколько минусов. Сюда нужно докупить какой-нибудь удлинитель, потому что она выламывает, как правило, HDMI, USB порт. Естественно, нужен нормальный HDMI здесь, кабель, потому что его нет в комплекте, и он приходит, по сути, вот так вот в пакетике. И здесь разрешение немножко, ну, не супер, скажем так, но хотя 4K... она в принципе поддерживает, во всяком случае высвечивает такую возможность подключения 4K. Вот такая вот карта захвата есть в описании. Я заказал еще одну, более, скажем так, интересную модель. Вот такую уже с названием, в упаковочке, со всякими вот такими вот штрих-кодами, даже голограммкой какой-то. И в принципе здесь в комплекте есть даже переходник под USB Type-C, если вам это будет необходимо. Сейчас мы его распакуем поближе, я все покажу и расскажу. Здесь уже есть вот такой вот небольшой USB. Все равно это удобно, не раздолбает USB порт на самом ноутбуке. И она выполнена также в металлическом корпусе. Вот она такого плана. Ссылка на эту карту захвата также будет в описании. И в комплекте есть вот такой вот еще переходничок под мини-USB, под USB Type-C. Сейчас я его поближе покажу, распакую, посмотрим, подключим, протестим. Драйверов нет никаких, она работает с любой программой, которая захватывает видео, в том числе любые там Mavavi, в том числе различные программы, которые захватывают видео не только с USB, но и с веб-камеры. Это тоже будет работать, это обычное устройство захвата изображения. Поэтому переходим, распакуем, подключим и потестим. И вот он, адаптер поближе. В такой вот коробочке приходит, как я сказал, здесь есть QR-код, номер, штрих-код, в принципе, полная информация. Распаковываем. Здесь также есть инструкция по подключению данного адаптера. 190 мм, если что, длина данного хвостика под USB. Можно подключить вот такие вот устройства. Здесь описано подключение к ПК. Как это все осуществить на китайском языке, правда, вот здесь на английском есть. Ну и, в принципе, здесь читать нечего. Все достаточно просто. Вот такой вот пакетик идет, в котором у нас находится еще переходничок с USB 3.0 на вот такой вот мини-USB или USB Type-C. Сам адаптер выполнен в металлическом корпусе с хвостиком под USB порт. И сюда, собственно, если у вас есть мини-USB, также можно абсолютно без проблем подключиться к мини-USB порту. И сюда мы подключаем уже HDMI. Ничего сверхъестественного. Сейчас подключим и протестим уже на компе. И, собственно, для примера я вот здесь подключаю ресивер 4K. Разрешение у него 4K. И, соответственно, мы должны получить здесь максимальное разрешение, которое можно получить. Никаких драйверов я не устанавливал. Система сразу определила его. И я запустил Mavavi Screen Capture. Это стандартная программа для записи от Mavavi. Выбрал здесь видеоустройство в записи, в захват изображения с веб-камеры. И, в принципе, сразу все завелось и работает. Единственное, что разрешение максимальное, которое мне удалось получить, это 1920 на 1080, но Full HD с 60 кадрами в секунду. То есть, в принципе, неплохо, но я ожидал 4K. И также я запускал несколько других приложений, в том числе Bandicam и тому подобное. И в итоге разрешение максимум 1920. Это то, что можно с этой карточки получить. Поэтому вот так вот получается. В описании одно, по факту другое. Драйвера не требуется. В принципе, удобно. Для Full HD пойдет. Вот такой мой отзыв. И в описании есть ссылка на продавца. Если вам нужно такое устройство, покупайте. Там есть также ссылочка на карту захвата, которую я использовал до этого. Она уж точно поддерживает 4K, и там также ссылочка на нее есть. Всем спасибо за просмотр, подписываемся на канал, ставим лайки, пока!